Должна прийти реформация звука. Должна прийти реформация звука на нашу землю, в наши церкви, в наши народы. Все новое, все новое, все новое. Все новое. Все новое. Церковь должна вернуть силу звука неба на землю. Церковь должна вернуть силу звука неба на землю. Не просто звук, не просто звук, не просто гитара, не просто барабаны, не просто твой голос, голос неба. Все новое. Ты и я, мы канал, мы должны быть каналом неба. Это то, для чего, это от чего мы были сотворены. Дыхание Бога, дыхание неба внутри каждого из нас. Внутри каждого из нас. Внутри каждого из нас. Внутри каждого из нас. Каждый из вас канал, каждый из вас источник его славы, источник его силы, источник звука, через который выходит его слава. Вы весь звук. Вы весь звук. Дыхание Бога внутри тебя. Открой свой рот, открой свой дух и начни быть этим каналом, источником. Должна прийти полнота звука. Должна прийти полнота звука. Когда все эти элементы, они сходятся. Все, что Бог сотворил, все, что Бог сотворил, начинает его славить, приходит полнота, приходит полнота. Приходит полнота. Бог хочет высвободить свой звук через землю. Через тебя. Через тебя. Все новое. Звук неба производит перемены. Он производит огромные перемены даже на уровне ДНК. Даже на уровне ДНК. Когда ты побывал в славе Божьей, когда ты с Богом, когда ты в славе Его купаешься, когда ты в тайной комнате, когда общаешься с Ним, ты меняешься, твое лицо меняется, все, клетки твоего тела меняются, ты исцеляешься. А что это говорит, что твое ДНК меняется? Все новое. Твое ДНК меняется. Ты исцеляешься. Должна прийти реформация звука. Должна прийти реформация звука на нашу землю, в наши церкви, в наши народы. Все новое, все новое, все новое. Каждый из вас канал, каждый из вас источник его славы,
источник Его силы, источник звука, через который выходит Его слава. Вы есть звук. Вы есть звук. Вы есть звук. Это то, чем живет сейчас церковь. Она ремиксы делает.